пособие от Мозаики Синтез, чудесные наклейки, разноцветный счет. Книжка с многоразовыми наклейками. Вот они сами наклейки на центральной вкладке были. Мы их вынули, чтобы нам было удобнее с ними работать. Так, лист с наклейками. Открываем. Смотрим. Вступление для малыша и родителей на первой страничке. А дальше странички идут. Одна сиреневая бабочка нужно наклеить. Два зеленых червячка. Три коричневых жучка. Цвет и счет идет. Красные вишни. Следующая страница про 5 пингвинов черно-белых. Желтые звезды, ночное небо. 7 розовых шариков. Да? Целых 8 голубых цветочков. 9 оранжевых рыбок. Нет. А последний? Красных рыбок? Да, пожалуй, что они больше на красные похожи, наверное. И 10 фиолетовых шариков. Вот мы решили сделать пингвинов, да? Вот они у нас. Сколько пингвинов? Ну-ка посчитай. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Какого цвета пингвины? Белого. Да. И черного. Правильно. А теперь мы откроем лист наклейки и сделаем их настоящих цветов, да? Ну-ка давай поищем, где у нас тут пингвины. Они еще все разного какого? Размера разного, да? Это какой пингвин? Большой или маленький? Маленький. Маленький? По-моему, он не самый маленький. Он средний, да? Вот, и пингвин из белого превращается в какого? Вот этого. А какой это цвет? Черного. Черного. И белый у него пузико, правильно? Да. Ну, смотри, какой красивый получился. Так, какого теперь будем пингвина клеить? Вот этого, да, среднего? Так. Даже скорее это самый маленький. Да, самый маленький. Правильно. Так. Давай большого теперь наклеим. Маленького еще? Хорошо. Давай. Так. И осталось два больших у нас. У меня куда нет вот так. Так, давай. Потом у него не будет. А вот клювик же, вот клей, будет клювик. Так. Нет, нет, у других нет. У всех есть, давай. Ты приклей, посмотришь. У этого нет. Да ты приклей, будет клюв у него. Попробуй приклей. Ну приклей, солнышко, и посмотришь, у него клюв будет. Вот, видишь, появился клюв. И последнего давай, пятого пингвинчика приклеим. У нас один остался, давай. Вот. И сейчас появится, смотри, приклеим, увидишь, как у него клюв появится. Приклеим. С хвостика, да? Вот как красиво сейчас будет. Вот. Посчитай, сколько у нас теперь пингвинов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пять пингвинов, да, у нас вот такие красивые пингвины получились.